Все, кстати, ваша мама не против этого, она на это не мама сказала, что она будет в белых, а тут черный. Это значит, что школа тоже белая. Нет, это не значит, что школа черная, значит, что мама так думает. Нет, нет, не стоит. Не стоит. Потом будет у тебя, Коля, куча неприятностей. Много лет назад был такой человек, я не знаю, слышали вы или нет, Евдокимов. Потом какое-то время участвовал в жюри Всероссийской Олимпиады. Я его увидел, когда он был школьником в городе Белорец. Я туда приехал, он мне показал несколько его задач, и я их сразу, а он еще тогда был школьником, я их привез и показал Шарыгину, который тогда составлял вариант Соросской Олимпиады, так называемый. Но это уже давно было. Сорос — это такой человек, который вкладывал большие деньги в Россию. О том, что называется, это все запретили, Соросскую Олимпиаду, там, так же, как сейчас фонд «Династия». Но, тем не менее, тогда это было. И представьте себе, что этот самый Евдокимов, будучи школьником, что называется, застеснялся и попросил, чтобы его фамилию не указывали в... Ну, как бы, задача вот составлена, ну, он ее дал на Олимпиаду, ее даже взяли на Олимпиаду, но поскольку он еще школьник, ну, как-то неприлично на Олимпиаде решать свою задачу. И поэтому, пожалуйста, не указывайте, что это я ее автор. Пока все понятно? Да. Замечательно. Выходит книжка «Задач Соросской Олимпиады». Авторы задачи, двоеточие, полный список. А также школьник из Белорецка М.А. Евдокимов, пожелавший остаться неизвестным. Зачем было его писать, если он пожелал? Потому что издательство написали, что он пожелал остаться неизвестным, а не опубликовали целиком эту фразу. Не подумав, что это означает, что надо его фамилию вычеркнуть. Пожелал остаться неизвестным, так замечательно, а вы желал написать. Может, мысли есть? Да, ну вот смотрите, в общем. Вот посмотрим на левый нижний квадратик 2 на 2 и правый нижний квадратик 2 на 2. Вот это, да? Да? Да, и правый нижний. Хорошо. Заметим то, что там есть красные пункты. Ну, красные клетки. Да, и здесь, должна быть. Да, и то, что должна быть линия, тянущаяся со второй левой клетки до второй правой. Красные клетки должны быть соединены. Да, здесь где-то здесь красный на краю стоит, и здесь где-то красный стоит на краю. Почему это? Они должны быть соединены. Ну, здесь вот этих трех, хотя одна красная. Она в любом случае окажется на краю. Не понял. Вот этих трех клеток одна должна быть красной. Хотя бы одна. Потому что иначе все будет зеленое. Это понятно. Она будет на краю. Здесь то же самое. Эти красные клетки, которые здесь окажутся на краю, должны быть соединены друг с другом. Но вот здесь у нас зеленая сверху, в углу. Поэтому соединиться может только через низ, только внизу. Я понял логику. Мы сразу получили 5 красных клеточек. Всего лишь. Ну, хорошо. Так, сейчас, одну минутку. А дальше что делать? Соединяться. Сделано. Кстати, у меня получается забавная штука. Ну, если мы рассмотрели углы внизу... ну смотрите, теперь рассмотрим левый верхний квадратик. Да, вот этот квадрат. Нам тоже... Заметим, то, что там тоже должна быть зеленая клетка. И тоже на краю? Да, и то, что там не может тянуться, значит, должно вот так. Что? Но оно не может тянуться через низ. Да, внизу уже красный стоят. Да, значит, оно вверх. Значит, это зеленое? Стоит нам вот с этой зеленой? Да. Вот таким вот образом. Как? Да. Вот теперь понятно, что там красное. Да. Вот две красные. Кто вы, продолжит? Три зеленые. Мы можем уже здесь поставить красную. И дальше продолжить ей выход. Так что здесь же не может стать зеленый, потому что тогда мы ее закроем. И будет красная. Ну и до самого низа. Нет. Да. Правда, до самого низа. Потому что если там хоть где-нибудь будет зеленое, это перекроется. До самого низа. Очень хорошо. Сколько здесь три зеленые, мы еще ставим красные. И здесь ставим красные, чтобы не было выход. Так. Поскольку здесь три красные, мы ставим зеленые. Здесь тоже три красные, мы ставим зеленые. И выход ставим. Так. Поскольку у нас не может быть такого, чтобы
вот был такой квадратик, и у него было вот здесь, например, зеленое, здесь зеленое, красное и красное. Такого быть не может быть. Потому что если такое будет, то одна часть, например, красных. Ну, может быть, пройти от зеленой до зеленой, тем самым изолировав одну из красных лет. Да, да. Отлично. Значит, красная там. Да. Мы сделаем это зеленый выход. Так, здесь вот то же самое идет. То, что да, отлично, отлично. Стоит. Значит, красная. Значит, красная. Так, посмотрим, здесь три красные, ставим зеленую. Здесь три красные, ставим зеленую. Ну, здесь то же самое у нас. Зеленая. Ну, может стать красной. Да, 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 зеленая. Так, зеленая ставим красную. Здесь красный не может стоять. Да, да, да. Здесь три зеленые ставим красные. Здесь зеленый может стоять. Ну, соединить как-то надо. Да, надо соединить две части зеленых. Потом мы идем. Вот до сюда. Так, здесь три зеленые, ставим красную. И соединяем две красные. И мы получили очень хорошо.